такси, я тебе уже вызову. Ну что, как там с Маринкой? Да как со всеми на разок. Красава, умеешь обрабатывать. А что их обрабатывать, сами прыгают. Ладно, погнали, там Кира с подружками приехала. Ладно, девчонки, я поехала. Карина, подожди еще чуть-чуть, сейчас ребята приедут. Ну, мне по работе надо. А вон и ребята. Моя чур-блондинка. Мадам, без вариантов, она не дотрога. Таких легче всего развести. Привет. Всем привет. Саймон. Карина, очень приятно. Ладно, я поехала. Карин, давай подвезу. Да нет, спасибо. Да мне все равно надо отъехать. Ну, хорошо. Карина, а можно тебя на секундочку? Да, конечно. Карин, будь с ним поосторожнее. Он очень плохо обращается с девушками. Каждый день новое, ты понимаешь? Ну, он же просто подвезет. Я просто предупредил. Ну, хорошо. Пойдем. Все, пока, девчонки. Может, в кино? Да нет, я правда спешу. Тогда не будем тратить время, давай сразу ко мне. Останови машину. Да что ты выделываешься? Что ты из себя недотрогу строишь? Все равно все шлюхи. Дура! Стой! Да подожди ты! Ну правда, извини. Да кто тебя так обидел, что ты женщин так ненавидишь? Да нет сейчас нормальных женщин. Ты просто не любил. Любил. И убедился, что все это херня. Значит, не видел настоящую любовь и достойных женщин. Поздравляю с годовщиной. 50 лет вместе. 55! Спасибо, внучок. Спасибо, любим. Будем праздновать. Видел. Больше таких нет. Ты просто не там ищешь. В каждом из нас живет любовь. Да что ты паришься, Сань? Расстались, расстались. А давай на рыбалку. Природа. Все дела. Ну а что, так-то можно. Сгоняю-ка я за закуской. О, привет. Карина, ты что тут делаешь? Желание исполняю. Хочешь три желания? Да не может быть. Ну не хочешь, как хочешь. Да не-не-не. Хочу, хочу. Первое. Что тебе не хватало? Во-во-во. Так, второе. Ниху. Третья. Чуть не забыла. Сука, там-то тебе еще не хватало. Сучка, гадина! Сучка! Бывшая! Русалка! Да ты, походу, перегрелся! Алло? Саш, слушай, может, начнем все сначала? Да пошла ты! И хуй у меня нормальный! Клюет! Смотри, вот это рыба! Я за ведром! А где рыба? Походу, я все-таки в бывшую вернусь. Слушай, а сколько у тебя до меня серьезных отношений было? 2 раза. Но я про них даже вспоминать не хочу. Такие ненормальные были. Да ладно, что ты рассказывай. Ну, первый мутный был. Постоянно плел какие-то паутины. Держал меня в подвешенном состоянии. Спускайся! Нам надо поговорить о наших отношениях. Спускайся, я сказала! Сука! Блин, да где он? Ой, шнурок развязался. Это не серьезно! Нам надо поговорить с тобой! А ну стой! Стой, я тебе говорю! Жесть, а второй? А второй еще хуже. Псих ненормальный. И, честно сказать, вообще не красавец. Я снял вам квартиру! Мне не нравится! Мне тоже! А зачем ты ее снял? Чтобы сделать вот так! Break your fucking face tonight! Офигеть. А у тебя какая бывшая была? У меня, знаешь, такая прибухнуть любила, вообще не просыхала. О, вспомнишь, вот и оно. Опять синее, не завязала. Несмотря на милое личико, алкоголичка. Как хорошо, что мы с тобой друг друга нашли. Да, ты такая обычная хорошая девушка. И ты такой нормальный, адекватный парень без вакедонов. Мы не нормальные психи, О, братан, красавчик, чё за тачка? Да, сам заработал, сам купил. У тебя, кстати, тоже ничего. Да,
тачка, пушка. Ух! Огонь, братан. Сам, все своим трудом. Я вообще-то работаю. Однозначно. На трех работах. Да я лесбиянка. Чебех раз, да еще раз. Женская ты доля. На Руси у баб судьба уще, чем не поля. Почему? Ну почему? Открываешь душу человеку, живешь и дышишь только им. А он так просто тебя предает. Нет ни верности между людьми, ни любви. И зачем тогда жить? Ради чего? Такое ужасное чувство пустоты внутри. Нет смысла во всем этом. Может, там будет покой? Доча, слушай, я тут ужин готовлю. Ты что будешь, гречку или рис? Давай гречку. А ты давай это, не задерживайся, иди домой. Вместе поужинаем. Хорошо, мам. Прости, мам. Я больше не могу. Ну и куда ты собралась? Не подходи, я уже все решила. Успеешь еще? Спускайся. Ты подумала обо мне? А я тебя не знаю. Вот и не узнаешь, если спрыгнешь. Не стоит лишать себя возможности узнать, что будет дальше. Жизнь — это фильм, и нельзя не досмотреть его до конца. Почему? Потому что ты можешь пропустить самое интересное. Девушка, а вы не подскажете, где здесь 21 дом? Вы не знаете? Нет, нет, я знаю. А давайте я вас провожу. Давайте. Наши встречи не случайны, где бы мы ни пересекались. Слушай, а как насчет того, чтобы в ресторан сходить? Давай, только сначала догони меня. Да подожди ты, да давай нормально сходим. Давай. Слушай, может, ты в кино сходим? Давай, только сначала догони меня. Да ладно тебе, давай нормально сходим. Ну давай. Слушай, мы так чудесно провели день. Может быть, ко мне поедем? Я только за. Только догони меня. Ну давай.